Журналисты ждут выхода Дениса Синякова с 8 часов утра. Всех наших ребят, в том числе скоро и Колина, которому продлили на 3 месяца уже подают апелляцию. Надеемся, что все 30 наших ребят скоро будут вместе с нами. Они будут на свободе, самое главное. Это машина, в которую только что сел Андрей Филактетов. Алёныч, привет!